Представляю вашему вниманию бой с проходящего турнира Westward Assault между игроком FLTK, ну и ник. Играет он за Мерсию, и между рекрутом, представителем клана First Guards, я понимаю, рекрут буквой R означает, зовут его, как же его дьявола, Швайнфрик, тоже ник туда-сюда. Играет он у нас за Весталию. Берет Швайнфрик у нас, что, две саксонские конницы, да? Давайте посмотрим. Два конных разведчика. Берет четыре топора. Это топорники, отряд топорников. Ну, копия, отряд копьеносцев. Здесь мы видим броня 6, да, самые простецкие. Мечи. Меня интересуют мечи. Ветераны-мечники 1, ветераны-мечники 2, ветераны-мечники 3 в первой линии. И воины со скромосаксами в количестве 2. Они во второй линии. И хранитель очага, генерал, вкачанный в 3 аж золота. Угадал составом генерал Мерсии. Воины Фирда у него с дротиками в количестве 4. 2 дальнобойных стрелка — это отборные лучники с броней 10. Отличные у него мечи, просто феноменальные, это королевские тены. Вот. Непонятен состав Вестфалии, конечно, с 4 дротиками. Вот здесь посмотрите, уже справа пытается подвести своих конных разведчиков, непонятно для чего. Выхватывают они, и неплохо выхватывают, посмотрите, 10 сразу от одного залпа дротиками. Да, неплохо выхватили. Ну и вернемся к составу еще раз. Конники, да, 4 конника можно не смотреть. 4 королевских тена. Генерал у нас — это королевская свита. И 4, сколько? Да, 3 топора. Это отборные топорники и топорники Фирда послабее. Отборные топорники, они посильнее. Ну, обращает на себя внимание вот этот вот чардж 1, посмотрите, своими конниками совершенно безнаказанно прибивает он сейчас лучников, теряет совсем немного, при том, что фрагов они набили 46, треть отряда выкосили. Здесь конные разведчики раз до два, один выхватил от стрелков, от застрелов, другой от копий, и как-то не совсем мне это понятно. Ну, какие-то проблемы есть с контролем у Швайнфрика еще, ну, я думаю, это все со временем наладится. Здесь идут королевские тены без стены щитов. На них идут ветераны-мечники в стене щитов. По центру сливаются отрядки копьеносцев. И проходит чардж у нас. Посмотрите, о, как здорово вдарил он по топорникам какими-то обычными конниками. При том, что кавалерия-то у нас это какая? Это не мечники, это копейщики. Да, это антикава. И прибивает. И тут же, посмотрите, как здорово бросает он на конных застрельщиков. Но здесь эти воины Фирда с дротиками сейчас разберутся, конечно, с этой саксонской конницей. Кидают они один залп, второй, и тает саксонская конница. Ага, так, что у нас по центру? Ну, сразу видно, что очень уверенно ведет бой Мерсия. Стрелки шибко не стреляют. Воины с дротиками у нас стоят, 2 в резерве. Здесь у нас неплохо похулиганили конники. Вышли, ушли, ничего не сделали. Ставит он стену щитов королевских тенов. Тоже как бы контроль еще тот, но тем не менее против этого игрока это проходит. Посмотрите, слева вся саксонская конница слилась. Здесь очередной чардж по топорам пропускает Швайнфрик. Поддерживает кава своих топорников Фирда. Здесь топорники уже мигают и бегут отборные топорники на помощь своим топорам и королевским тенам, которые уже замигали, но они, судя по всему, находились, по крайней мере, под обстрелом. Успевают конники здесь, конные разведчики, ударить по метателям дротиков, но большого урона не наносят, и погибает отряд.
Ну, потом посмотрим, кто же сколько и набил-то из этих дротиков. Ну, вернее, из этой вот кавалерии конных разведчиков. Пропускают они здесь еще один, посмотрите, бросок дротиками. И, скорее всего, не один. Один, да. И он начисто убивает этих конных разведчиков. Сходятся в схватке генералы. В это время правый фланг проседает вообще капитально у Швайнфрика. Да, очень уверенно идет бой. Здесь какой замечательный чардж. Тены продержались, сколько им нужно, и сливаются. Но они вернутся. 34 тены, это ребята еще те, они вернутся. Отборные топорники здесь разбираются с ветеранами-мечниками. Добивают то, что не добили королевские тены. По центру у нас стене щитов королевские тены. Но под обстрелом. И стреляет, посмотрите, как хорошо лучники новобранцы успевают дать залп по королевским тенам и по генералу, скорее всего, по королевским тенам. Но бежит кавалерия Мерси, сейчас она разберется здесь с этими стрелками. Да, очень уверенно ведет бой Мерсия. Остатки топорников на левом фланге уже ничего они не решают. Я думаю, исход боя нам здесь с вами уже понятен. Эти товарищи вообще про них забыли, стоят. Дротики продолжают добивать остатки пехоты Вестфалии. Генерал здесь уже, ну-ка, не в спину ли он чарджит? Ну, практически в спину, да, я отошел. Зачем отошел, непонятно. Хранители очага, тем более в 3 золотых лучки, да, эти товарищи могут наделать делов. Но обстреливает их с фланга и практически в спину стрелки Мерси. Да, использует обилку хранителя. И подошли дротики, кинули, и все понятно уже. Швайнфрик здесь, я так понял, сдается. Понимает он, что его переиграли здесь по всем статьям. Ну, вы посмотрите, да, 3 из 4 королевских тенов набили за сотню, 1 за 200. Генерал всего лишь дожал. Топорники, посмотрите, 2 топорника за сотню наколотили, отборные топорники. Замечательный результат для таких топоров в такой битве. Кавалерия просто превосходно сыграла. Здесь что мы видим? Ну, 2 кавалерии как-то еще мал-мал. Хотя для хорошего результата, конечно, надо, ну, хотя бы 70-80. То есть кавалерия, по большому счету, не сыграла. Посливались копья, ну, что неудивительно, скромосаксы. Ну и самое главное, вот один топорник, где он там успел нарубить, молодец. И не сыграли стрелки. Итак, кава стрелки, пехота не сыграла. Здесь мы видим, что практически каждый отряд выполнил свою функцию и набил столько, сколько ему нужно. Good game. Спасибо за внимание. Следим дальше за событиями на турнире Westward Assault.